Ну что же, приветствую тебя, пацанючек. И привет, Димыч Андрей, если ты смотришь это видео. С вами снова я, Кирилл. И мы продолжаем. Продолжаем прохождение игры GTA 5. Уже у нас пятая серия. Прежде чем мы начнем прохождение наше, мы вернемся в небольшой флешбэк из прошлого, сука. Она любила, дебил. Пизди фашиста. Я был пьяный в жопу. Меня манит ее за. Она любила меня коленом. Я был пьяный в жопу. Ладно, шучу. Надеюсь, вам это понравилось, пацанечки мои. Надеюсь, вам было по смеху. Эта идея пришла мне, короче, в школе. Идея с вставочкой такого небольшого ролика из прошлого, да. Ну, в общем, да, влипли мы к этому Мартину Мадраса, который у нас фашистов любит посылать. Да, должны мы кучу денег из этого косяка с домом, из этого тренера, который изменял жене Майкла. И теперь мы должны, в общем, Майкл связался со своим старым другом Лестером. Но Лестер считает, ну, в общем, без разницы, что он там считает. И теперь у нас открылись под ним миссии, и мы в конце его миссии сможем пройти одно очень такое задание прикольное, связанное с не с банком, а с ограблением одного магазинчика, и за которое получим немалую сумму денег, которую впоследствии сможем отдать тому Мартину Мадразу на восстановление его любименького домика. Ну что же, я решил, в общем говоря, так. Первые миссии... В одной части две миссии мы будем проходить под побочные миссии под вопросиками. То есть, да, за Майкла одну одну за Франклина. А в другой части будем проходить две важные миссии, то есть важные по сюжету. Так что вот так вот я, собственно говоря, решил. Ну а теперь мы направляемся в первую миссию под вопросом. Так, где она у нас? Вот она. Так, отправляемся под вопросом. Надеюсь, миссия будет интересной. Стоять. Так, у нас тут маркер почему-то высветился красный или синий. Что-то в этом роде. Окей, едем. Это, в принципе, недалеко, поэтому я не стал тпшиться. Надеюсь, у нас миссия будет интересная. Так. Почти приехали. Я все-таки так и не понял Майкла. Ну, в принципе, наверное, любой поступил на его место так же, поскольку он был в состоянии аффекта. Так называемого, проще говоря, аффекта. Да, я помню эту миссию. Она, просто говоря, такая... Я бы даже отнес ее скорее к серии Чужого, чем к серии GTA вообще. И, в общем, давай посмотрим, что это у нас такая за миссия. Я ее сам проходил. Ну, она такая, коротенькая миссия. Давай попробуем ее пройти. Я забыл соседить секундомер, сучка. Ладно, прошло у нас минут 5. Будем отчитывать. У нас тут рандомный чел, который сидит и распродает какие-то акции. Давай посмотрим, что он имеет в виду. Агитатор Майкл. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Fuck, give me that. Yeah, here, you'll hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean... I'm sure they're nothing serious, but, I never let them get too near. The fuck? That
И вот начинается эта миссия. Да, довольно такая необычная, да, согласитесь, пацанючки вы мои. Но прикольная в своем роде, потому что Rockstar такие миссии очень делает редко, практически вообще не делает. И мне эта миссия, честно говоря, сначала я подумал, что это за бред, да, все-таки, что это за чужой какой-то там против хищника, но потом я понял, что Rockstar просто решила немножко пошутить, да. То есть не пошутить, а просто решила сделать такой расслабончик для игрока, и мне это просто понравилось. Так, тут это такие инопланетяне. На самом деле их нет, просто они у Майкла в подсознании, поскольку он покурил наркоты. Теперь будет... ему мерещатся такие типа инопланетяне. Они будут пытаться у нас захватить нашу энергию, если будут приближаться к нам очень близко. Вот такой синей херней. Мы должны просто за определенное количество времени их отбивать. И не подпускать их очень близко, иначе они могут нас убить. Так, быстренько вот так вот. Главное постоянно осматриваться. Миссия такая прикольная, мне вообще нравится, вообще офигенная просто. Сейчас буду всасывать нас энергию, сучонок. Ах ты, сучоныш, давай, давай. Офигенно. Надо было под подобную миссию включить, наверное, скорее всего, какой-нибудь музончик. Ты скажешь, мальчик, что это за херня, да, все, но... Ну, все, у нас засосали энергию, пытается высосать. А, нам надо АД нажимать. АД, АД, давай, нажимай АД быстрее. Он исчез. Они, кстати говоря, еще телепортируются. Мне это очень неприятно, господи. Ты не высосишь у нас нашу энергию. Откуда ты взялся, тебя же не было. Иди отсюда. Ну, походу, все. Охрененно вообще, да? Мужик нас того, на обманул. We discuss globalization, the state. Stay the fuck away from me. Да, потрольнул тот чувак Майкла. Наверное, он там специально сидит, чтобы просто обманывать проходящих мимо людей и, собственно говоря, их троллить вот таким вот способом. Разумеется, скорее всего, сам он ее не курит, потому что, ну, зачем ему такие путешествия в подсознание, да, где там какие-то инопланетяне тупые появляются и начинают на тебя нападать. И, причем в реальности этого нет, ты просто делаешь это как будто ты во сне находишься, то есть, да. Да, Майкл, опять ты лоханулся. Кстати, ну да, миссия довольно короткая, но две миссии есть две миссии. Возможно, эта серия получится такая немножко коротенькая, но ничего страшного. И, в общем, я тут кое-что сравнил, потому что я уже начал кампанию у Тревора, когда уже сам играю собственное GTA 5, то есть, да, я кое-что сравнил и полностью офигел. Вот, допустим, мы включим этот Alt. Вот, когда мы будем играть за Тревора, у нас тут, вот тут Тревор появится. И я охренел, когда узнал, что у Майкла... То есть, что Майкл слабее всех. Я охренел. Почему? Почему Майкл слабее всех? У него сила практически на минимуме, хотя он так даже не выглядит. Он выглядит как качок, реально. Вот посмотрите, реально, вот вы просто вглядитесь в Майкла. Почему он слабее всех? Я понимаю, там если бы еще был Тревор слабее всех, поскольку он же ему лет уже под 50. Но Франклин, он не может быть слабее всех, потому что у него телосложение такое более приемлемое, и Майкл не может быть. Почему? Почему он слабее всех? Почему? Я не понимаю. Ну ладно, у нас следующая миссия под Франклином. Ну, вы тоже позадавайтесь этим вопросом. Ну, по-моему, сильнее всех у нас Франклин, потому что он моложе всех, он по телосложению такой, более мускулистый. Тревор на втором месте по силе, а Майкл на третьем месте, то есть самый слабый. Но у них какие-то есть свои индивидуальные качества, так что... Chop got to stay around your crib for a while, homie. That's cool? Yeah, man, it's cool. Shit's the best place for him anyway. Ha! Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, all right? All right, I got you, dog.
Так, у нас. Сейчас посмотрим. У нас, да, есть одна миссия под вопросиком за Франклина. Мы на нее и отправляемся. ТПшиться не будем, чтобы продлить время прохождения, потому что миссии у нас осталась еще одна. Я просто офигел, да, но ничего не поделаешь, так задумано Rockstar. Так что вот такие вот у нас дела. Так что у нас тут такая камера. Немножко отдалить, наверное. Теперь вам доступен тир. Понятно. И да, я, собственно говоря, офигел. То есть, ну, у Франклина охренение просто всего прокачано. Способность вождения, а у Майкла, по-моему, офигеннее всего прокачана скрытность. Скрытность у Майкла офигенно просто прокачана, как у Макс Пейни. А у Тревора офигеннее всего прокачана, по-моему, стрельба и прокачано пилотирование. Это вообще просто на ура. Так что вот такие вот у нас дела. Мы едем на вопросик. Ну да, немножко подлагивает, но ничего страшного. Она же слоумо есть. Слоумо, сука. Все нормально. Так, едем дальше. Все, почти приехали. И да, по-моему, это начало тех самых прикольных миссий, о которых я говорил, что будет немножко пошлости. Я думаю, вы понимаете уже, о чем идет речь. Да, собственно говоря, ну вы должны понять. То есть, да, это та самая, начало тех самых миссий. В общем, зайдя на этот вопрос, мы откроем охренительные, прикольные и очень ржачные миссии под одним чуваком, репортеришкой, под которым будут просто ржачные миссии. Называется «Папарацци миссия», и мы сейчас пока что смотрим ролик, а я, как всегда, перекурю под руку немножко. Saw a quarterback blues, man. And you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vine, would you think he Clay PG sellout? You bitch ass punk motherfucker. Oh shit, man. Oh hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know. I mean, I love black people. Yeah, you know, like I love gangsters. I love like gangster rap. Yo, sup! Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Well, yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them. Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! They're not magic. No, they're no better than me. They're no better than me. Oh shit! Oh my god, it's Miranda. Miranda, I love you, Miranda. Come on, come on! It's fucking Miranda, fucking Cowan. Touch the fucking megastar. No, leave me out your shit, man. Oh no! We can make boku bucks here, man. We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man. In the money, bro. Come on, man. Come on. What the fuck is wrong with me? Он просто взбесившийся папарацци. Мы сейчас начинаем выполнять за него миссии. Его миссии просто офигенно на расслабончике проходятся. И мне они вообще офигительно нравятся. Этот чувак, походу, следит за одной, ну, мягко говоря, наверное, скорее всего, порнозвездой. И хочет сильно ее пофоткать, да. И, в общем, у него это, походу, удастся благодаря нам. Так. Мы должны просто подъехать к этой машине, где сидит эта порнозвезда, и сфоткать, и чтобы он успел сфоткать просто-напросто ее. В этом лимузине она сидит. Сейчас мы сделаем вот так вот. Это нам поможет. Давай, чувак. Стоять. Что он хочет сделать, я не пойму. А, вот он, фуркейтовый. Давай, куда ты, давай, обгоняй его, давай, Франклин. Да слома закончится. Сколько он этих фоток, он что, на них хапать что ли будет, я не помню, на эти фотки. Man, they don't call her the
или в какую-то газету, наверное, отправлять. В общем, миссии на него вообще офигенные, мне этот чувак нравится. Он, конечно, извращенец и помешанный на своем фотоаппарате, но зато у него такие на расслабончике прикольные миссии, которые просто не дадут себя забыть. Так, ну ладно, собственно говоря, наверное, сейчас я на этом умолкаю и мы продолжаем фоткать. Тут появляется еще один репортерчик, которого мы должны просто убить, чтобы он не мешался нам под ногами. Все. Он все это сделал уже, фоток. Подрокаешь. На славу уже. Все. Теперь нужно избавиться от копов. Ну да. Это пока только первая миссия, тут пока ничего такого нету, да? Но потом под ним откроются такие просто безумные миссии. Я просто охренею. Это будет потом, я не буду спойлерить. Сейчас скоро от копов уйдем, где-нибудь сейчас спрячемся. Сейчас. Так, где-нибудь здесь, наверное. Блин, нас могут догнать. Ё-моё, люди! Не, видите, вы специально? Копы идут именно туда, где мы находимся. Все. Мы практически оторвались. Но тут висит забор. Ладно. В общем, слушаем диалог, а я на этом пока что помолчу. Мальчик, слушаем. Так, я не знаю. А, все. Каких копов? Каких копов? Мы только что от них оторвались, сука. Какие нахрен копы? Где здесь вообще выход? Извиняюсь за свою назойливость, конечно, да. Ну да, сегодняшние миссии были такие довольно на расслабончики. Но зато прикольно. Можно поржать. Я не понимаю, как выбраться из этой херни. Вопрос у меня, как отсюда выбраться? Куда мы забрели-то? Нет, нельзя выбраться. Подожди, как? А как же нам выбраться-то? Мы что, тут застряли, что ли? Да иди ты, блин, свой. Полицию там. Как выбраться, люди? Вот, нашли. Все. Сейчас оторвемся просто и все это. Так. Нас пока никто не видит, это хорошо. Сейчас оторвемся. Тут нужно просто переждать. Все. И сейчас мы не подцепим копов. Man, I probably shouldn't talk, dog, but this is one fucked up line of work your ass in. It's about staying true to yourself. With Muff Shot? Miranda Cowan's 39 years old. You just made her day, man. All right, homie. It's been an education, dog. Look, keep on making the world a better place, you hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging or if she getting banged out by some second-rate director. They need to know everything, from crow's feet to camel toes. Hey. Come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Офигенно вообще. Этот парень мне просто нравится. Ну, в хорошем смысле, конечно, этого слова. Мало того, что он чокнутый репортер, так он еще и извращенец. Потому что он, ну, он любит такие фотографии порнозвезд.
Ну да, каждый нормальный чувак извращенец. Так, я это не в этом плане говорю. Каждый нормальный чувак извращенец, я имею в виду не себя. И не тебя, Димыч, не тебя, Пашенди. Так что все норм, не вас. Просто нормальных парней. То есть, ладно. Шучу, конечно, нас имею в виду, каждый нормальный. Все. Прошли мы за ним миссию, у нас еще потом откроется. Он даже, по-моему, уже открылась на ним, под ним миссия. Но это уже в следующей части. Да, довольно мы сегодня быстро прошли, да. Но зато было много чего ржачного, да. Но ничего страшного. Давай сейчас мы по прикольчику доедем до дома Франклина и сохранимся. Так. Сейчас. Отметим. И заодно поболтаем. А вы пока наливайте себе чайку там, что хотите там делать, да? Так, где у нас дом Франклина-то? Вот он. Погоди, так что у него? А, все правильно. Его дом... Нет, у него вопрос тут какой-то стоит, странно, да? Ладно, поедем все равно. На всякий случай. А, кстати, давай сейчас зайдем. Короче... так, подожди, почта. Таниша, Франк, я знаю, зачем это пишу, но поверь, я не хочу возвращаться к тебе. Ну, в общем, какие-то там любовные послания, это мыло не обязательно читать. Так, СМС. Майкл, Франк, тебе стоит научиться стрелять как следует. Найди время, сходи в тир. Ну да, Майкл, у Франка, то есть у него плохо прокачана стрельба. Так, мы сейчас зайдем вот сюда. Нам нужно проверить, что там у нас появилось в нашем... Life Invader. Подожди, а где у нас Life Invader-то? Life... Ф, где Ф? Или Life? Не знаю. А так можно печатать? Нельзя. Как искать? Вот есть lifeinvider.com. И что у нас от новенького? Франклин Клинтон. Друзья, 15. Сообщение. Ламар. Ок, это. Давай что-нибудь. Давай. А можем что-нибудь Ламару, интересно, написать? Вот вообще офигенно было бы, если бы мы тут могли писать сами. То есть, что мы захотим, там, ты лох, там, ты дурак, там, соси, там, все такое. Это было бы реально вообще офигенно просто. Но нельзя, к сожалению, писать. Возможно, такое сделают в GTA 6, но хрен его там знает. Так что мы просто сможем смотреть фотки, мы можем... смотреть друзей, новости, но мы не можем писать сами. То есть, это конечно, хреново. Я что-то так и не понимаю, есть ли тут у нас сынишка Майкла. Нету. Все-таки Симон еще на нас еще не обиделся, еще нас не удалил. Из друзей не удалил. А что у нас тут? А, у нас еще нет такого. У нас такой возможности еще нет. Или есть? Вот. Какая-то такая. В данный момент биржа закрыта на апс... А, это потом открывается. Это когда я прошел, у нас такая... Фигня. Ну, конечно, тут можно зарабатывать на ней, да? Офигенно, такая херня. И уже ночь. То есть мы чуть-чуть совсем были, да, и уже ночь. Ну ладно, отправляемся, собственно говоря, домой. Будем раздовольствовать. В общем, к сожалению, да, к сожалению, следующая миссия... То есть в следующей части у нас будет миссия не под этим чуваком, к сожалению. Хотя, подожди. Нет, да нет, да, не под этим чуваком. У нас будут уже важные такие миссии, то есть... Rockstar, в отличие от GTA 4, решили сделать и такие... Сложные миссии, то есть серьезные такие вполне, как в прошлой части с Майклом. И такие на расслабончики, чтобы игрок там отдохнул, расслабился, там поржал там от души, да. Это мне лично говоря только... Я только за. Только за это. Мне это нравится. Сейчас просто едем. В принципе, это недалеко. Сейчас. Осталось чуть-чуть.
Да, жалко, что их будет не так много. По-моему, миссии 2-3, что ли, под ним будут. Но об этом, чуваки, если честно, можно говорить и говорить. Этот чувак мне напоминает немножко... как его там зовут-то? В GTA 4 The Bolt of Gaetone-то... Амир. Юфус Амир. Ну, конечно, это разные люди. То есть, да, Юфус был таким богачом, таким, да. Но он тоже такие вот делал странные вещи, которые просто составляли игрока, просто говоря, задуматься и просто поржать от души. То же самое над этим чуваком. Хоть, конечно, у них разный род деятельности, но все равно. Есть у них такой схожий элемент. Элемент ржаки, просто ржачность. Так, осторожно. Сейчас хрен знает, сможем ли мы войти нормально домой или придется. А, сможем. Да, сможем все-таки. Вон какой-то нос. Как называется та миссия? Подожди. Тоня. Тоня называется. Тоня, да? А почему Тоня стоит и стоит знак вопроса? Подожди, почему, интересно? Ладно, узнаем потом. Опять телек смотрит. Что это телек? Блин, жалко, мы тут не можем достать пистолет и все это застрелить, да? Этот телевизор, да? Ладно. Так и вспоминается The Evil Within, чтобы открыть этот ящик и добыть там зеленую жидкость. Хочется прям тогда. Пашанди, ты в прошлой части меня просил переодеться. Давайте-ка мы посмотрим тут наш гардероб. Костюмы тут есть. Просто выбираем одежду. Есть такая, есть такая, есть такая. Давай такую выберем, мне лично нравится. Все, мы выбрали. Все. Сохраняемся. На этот раз, в отличие от GTA 4, наш главный герой ложится уже на бок спать. А в GTA 4 только мог ложиться на спину спать. То есть... Вот такие вот дела. Ну так, ладно, сохраняемся мы в семейной консультации вот в этой. Нет, вот этой, да. И очередная следующая миссия у нас пойдет за Франклина. Потом за Майкла. Ну что же, мальчик, это была пятая. Если понравились мои вставочки, прикольненькие, да. Мои ролики прикольненькие. Это была у нас пятая серия прохождения игры GTA 5. Следующая миссия будет серьезная, уже без шуточек. То есть без шуточек, да. Серьезная такая, да. И, собственно говоря, в ней мы уже начнем наше продвижение к большим деньгам для отдачи их Мартину Мадразу. И, собственно говоря, с тобой был я, Кирилл, мальчик. Увидимся в следующей части. И с тобой тоже, Димыч. Так что не говори, что я тебя не назвал. Все, удачи вам, пацанючки мои, и пока.